В минувшие выходные жители Твери присоединились к 10-му юбилейному зеленому марафону, одновременно спортивному и социальному проекту Сбербанка. Кто стал участником забега, смотрите в нашем следующем материале. Около 1000 участников, несколько дистанций и одна цель. В Твери массовый забег для всех желающих от Сбербанка прошел во второй раз. Вместе с Тверью бежит еще 59 городов. Столица Верхней Волжи присоединилась к этому празднику в 2021 году. Я очень рад, что эта добрая традиция начинает набирать обороты. И вот это количество сегодня присутствующих и участников нашего мероприятия говорит как раз об этом. Этот праздник спортивно очень востребован, и мы будем продолжать этим заниматься. В программу зеленого марафона вошли дистанции на 500 метров. Это детский забег. На 1 километр и 4 километра 200 метров для взрослых. Скандинавская ходьба на 2 километра. А также инклюзивный забег на 500 метров. Спортивный маршрут проходил по набережной Афанасия Никитина между двумя мостами. Зеленый марафон создает уникальную возможность заявить об активной гражданской позиции, раскрыть творческий и спортивный потенциал. Зеленый марафон будет способствовать популяризации здорового образа жизни, экологическому воспитанию подрастающего поколения и чувству личной сопричастности каждого марафонца к судьбе страны. Отдельно для участников и болельщиков организовали насыщенную развлекательную программу. Аквагрим, игры, конкурсы, выступления творческих коллективов. А перед началом марафона для всех участников провели разминку. Если слышим хруст, значит все работает. На спинку, поясничку. Оп. Да. Старт на дистанции в 1 километр дали участницы конкурса «Мисс Тверь». Каждый вышедший на старт уже победитель. Тем не менее, без первых мест не обошлось. Так, в дистанции на 1 километр лучшим стал Александр Василенко. Я пришел просто побегать. Но когда я увидел, что мне по силам, решил, что думаю, надо газовать. Мне все нравится, организация. Спасибо Сберу за бег. По итогу марафона победители и призеры забегов получили подарки от Сбера и партнеров проекта – компании «Милфудс», птицефабрики Верхневолжской и АО ДСК. Кроме того, памятные медали вручили первой финишировавшей тридцатке участников детских забегов в каждой возрастной группе. Региональными партнерами «Зеленого марафона» также выступили ГК «Автопремиум» и «Эко-Маш-Групп».